Здорово. Ставили нас, так сказать, без транспорта. Обидно. Должен, типа, хз. Должен скоро зайти, я думаю. Не, ну Лабаси уже зашел, как бы, хз, почему Хелса нет, это странно. Как бы, хэштег суперсемейка, все дела. Здорово. Здорово. Чё, как она? Да, пиздец. Это самый мотоцикл, чё, пиздец? Нет его больше? Или... Видимо, да. Можно покататься, поискать. Чё, поехали? Садись за руль. Mm.
Нет, я, так сказать, совершенно другой группе. Отдельный от Лазаря и от этого Никсона. Мы, так сказать, это... Пока что ничьи, но впоследствии, я думаю, мы как бы к создателям примкнем. Может, на нем Джон куда уехал? Возможно. Так сказать, ожидаем призыва создателя. Хотим порубы. То, блин, вроде как бы собралось две фракции, в итоге они как бы подружились. Это фигня какая-то. Что-то с ней не так, по-моему, да? Хотя никого. Ну, вроде никого. Пошли спустимся заодно это, посмотрим, там может на парковке что стоит. Или объедем. На что, на то, чтобы он вспомнил все, так сказать? Или на что-то другое? Ничего. Пусто. Рассказывай, что. Может, все-таки съездить до нашего места, пересесть с этого говна на Оракла хотя бы. Что оно вообще не тормозит. Ты думаешь, все-таки Оракл лучше? Оракл лучше, чем это, я тебе точно говорю. Поехали, принцип. Согласен, кстати. Батя должен быть один, как бы. Если два, то что-то не так, по-моему. Надо это разделить эти две семьи, так сказать. Но как это сделать, фиг поймешь. Я говорю, лазаревские это тупо пацифисты, реально. Типа второй позиционировал себя как это нифига не пацифист, но в итоге почему-то они вместе. Не, было бы прикольно, если бы как бы этот Хелс предал типа этого батю и стал как бы новым батей. О, здорово, Шансо. Да пойдет. Людей, правда, что-то маловато. Когда я заходил, было вроде 9 или 10, не помню. О, самурай, здорово. А ты почему не в РП самурай, я не понял. Mm-hmm.
Да-да-да, приму в дар колдун самурая Крик. По факту не хотят заходить, как бы думают, что онлайн сам наберется, все дела, да. Да, самурай, тебя же вроде тоже закопали, так сказать. Почему ты не в суперсемейке? А? Я не понял. М? Говорю, Мунбим проверь. Я думаю, знаю, где он. А он вот за этой круглой штукой между двумя... Там написали ролл 12. А, выкупался, я понял. Ну не, ну типа ты мог вообще не ролить, как бы. Ладно. Он, блин, никто так его это не нашел, походу. А, я понял. Не, ну ты как бы всегда можешь как бы прийти к ним еще раз. К тому же лобать, он сейчас на сервере, если что. Дубль 2, так сказать. А, еще новый пирс, ё-моё. Что за перс? Все перели? Почти. В этом багажнике ничего нет? Не знаю. Откроем. Все. О, барсик дару. Цик. Ё-моё. Пусто? А тут это, тут прям до хрена всё. Бля. Тут и, блядь, две полные канистры, так сказать, бензина. Все дела. Ну давай перетаскивать чё. Охуительно, блять. Перетаскиваю все патроны, короче. Все патроны, все пушки. Канистры две штуки. Бензин. Все это туда. Да, два раза можешь сходить. Тут две, короче, полных канистры. Пиздец. А что за группировка самурай? Это типа отдельно, надеюсь, от этих, типа, от двух бать, так сказать. А, это хорошо. Больше не спойлери, мне интересно. Главное то, что отдельно это. И что, много человек собралось?
Че, что-то еще осталось? Что? Все. Два тела, ну да, группировка, как у нас прямо. Че, Mirror Park будем обходить или нет? Давай попробуем. Ну, сейчас, типа, абсолютно никаких, потому что те, на кого мы работаем, типа, это Фламан и... Это самая ученая, мистик, я не помню, как у нее персонажа зовут, короче. Они не играют, походу. Плана абсолютно вообще нет. Сейчас что-нибудь найдем. Или кого-нибудь. Тупо абсолютно делать уже нечего становится на самом деле. Где тут лестница? Вот она.
вообще хотели, типа, хотели помочь этому, как там называю, Леграну с его починкой, так сказать, электростанция, но что-то это, что-то он не играет, типа, хз. У меня, типа, был свой план, понимаешь, я знаю, где вертолет садится, как бы, я бы хотел улететь, но народ что-то не хочет, так сказать. А вдвоем туда ломиться максимально бредовые идеи. Куратор там, не знаю, танк, на танк выйдут и все. Максимально тупо. А народ не хочет. Не знаю почему. И типа и инфа, то что вот мы знаем, где самолет садится, абсолютно бесполезная, потому что, блин, кому это надо? Походу, так сказать, лута уже нету в городе. Закончился. Смысла искать, мне кажется, уже нету. Типа. Выделять сообщение, ну, вроде бы через ми выделяются они. Не, типа, Леон вчера был, а Леграна вчера не было. Это странно. Если бы, типа, только... А, нет, он вчера не заходил, потому что он вчера что-то... У него какая-то гонка в Форзе была, вроде он говорил, да. Поэтому он не зашел. А Леон вчера заходил, он вроде катался там. А, не на том персе, ну типа, хз. Мне кажется, его можно попросить зайти на того перса. Не думаю, что он прям откажет. Он вроде бы даже это, вчера не особо долго, так сказать, сидел на другом персонаже. Он то ли час, то ли два сидел. То ли полтора. Не помню. Ну, типа того, да. Потому что вчера вообще жуть была. Там я смотрел, там 5 человек с учетом одного куратора. Даже кураторы, типа, не заходили вчера, там, потому что дела были у людей. Типа, вчера вообще слипер полный был. Поэтому я вчера не заходил. Зато Хелс заходил.
И они там даже умудрились, так сказать, собрать весь сервер в одной точке. Да-да-да. Сначала одного привезли, потом второго привезли. Да, это было весело. Ладно, короче, лута больше нету. Но еды все равно до хрена. И воды тоже. Даже не пара, ебак, я тебе скажу. Они под конец только оба зашли. Типа, с самого начала на серве был только один куратор. Хьюмэй. Нормально. Позалетел на крышу. Типа, самый рофл в том, что кураторы сначала зашли на этих, типа, на анархистов, закидали молотовыми. И, типа, люди все равно не разошлись, а потом уже зашли на этих, на ебак. Такая фигня. Мне даже интересно, сколько сейчас человек на серые. Вчера автобус, демп, лабаси. Кто еще был? Хейлс. Кого еще? Никсон, Палмер под конец зашел. Кто еще там был? А, Ганнибал. Нихан Пич. А, из людей. Чиллаут был. Мухин тоже из суперсемейки. ФФГ был из людей. Вот и все, вроде бы. Уже половина игроков ебаки. Уже как бы поздно. Шансы, что выживут люди, крайне малы, так сказать. Не заходит, значит, она типа не делает то, что она хотела. Так самое веселое то, что лопасть уже никак не вылечишь, а к остальным типа у меня вообще я с ними не контактировал, у меня с другими контакты были людьми. Скиннера, возможно, можно, но у Скиннера там другая херня. А Скиннера мы уже как бы, да, я забыл.
скин оружия, как бы человек. Таки шо, куда он пропал, ё-моё. Мочалка вообще пиздец. Я не понимаю, что с ним сделали вообще. Да, Скиннер, так сказать, вытащил все этот Леон на силе. Человека полуебака одновременно. Нет, как ее называют? Слэш, короче, не через этот. Не через восклицательный, короче. Я, кстати, не знаю, что с Хелсом, типа. Он вообще в сети, кстати, или нет? Не бей по лду мой. Да, его в сети нет. Возможно, как бы это... Либо занят, либо проблемы со светом опять, как позавчера. А у него, кстати, свой Дискорд есть или нет? Самурай самоубился. Куда он там пропал, ё-моё? Блять. Хуйня какая-то. Опять самурай самоубился, пиздец. Как так можно?
перевыискать, пиздец, блядь. Куда он, блядь, побежал? Машины, ебать. Здорово. Здрасте. Чё, как дела? Да нормально. Не видели парня, похожего на меня? Такой же одежды. Он там в переулке был, пошли. Ну-ка. Ага, нихера ты, бля, его наебал в натуре. Сука. Охуеть, точилу загони. Слышишь, чё, думаешь, это его браток был? Ну, он сказал, похоже на него. Похоже на него, лежит чуть дальше. В натуре. Вот пошёл. Эф, ебать. Тупо взяли, вырубили нахер, сука. Ща еще и обнесут, блять. Смотри в ту сторону, где был тот дебил. Да пиздец вообще. Забирайте, блядь. Тупо склад еды, воды и оружия. Не переложим, пока. Эй, блядь, ты сейчас этот придет еще, брат. Я, пожалуй, прикрою. Перем... Мало ли это припрется еще. Сука. Сейчас все подчистую заберет, блядь. Еще один, что ли? Прикрывай. Оружие, сложить оружие, блядь. Сейчас все подчистую заберется. Эшпи. Ой, чё, кого пожрать есть? Я ищу пожрать. Я, бля, чё-то... Вообще как-то... О, блин, Годзилла. Уже Годзилла очень много воды, забери у него воду. О, воду, чё в натуре? Ща позырю, кого. Под ноль тупо забрали, блядь. Чё? Вообще, знакомый тебе, не? Не, первый раз вижу. А, вот. Ку, блядь. Скажи.
ты не дергайся, дружище. Скоро все закончится. Слышь, подержи его, я проверю, что кого. Брат! Контролируй его, я помогу. Че, оружие-то, блядь, они будут забирать или нет? А то у меня, блядь, перевес из-за этого оружия, которое я сложил, блядь. Сука, еще я Рукасаки, бля, убили, охуенно. А, блядь. Меня ж, блядь, добейте, я не знаю, сука. Когда обыскиваете уже, блять? У него еды много. Да, из чего? Сука, фишку, блять, забрал, мразь. Молотом. Да, не все забирай. Ну, я не все забираю. Ладно, с него хватит, валим отсюда. Там этот, кажется, второго пристрелил. Валим. Сука. Сожги меня, блядь, сука. Что они, блядь, не забрали? Одеваем. Да бля, рили. Взяли, не сожгли, блять. Оставили меня нахуй одного. Пиздос. Сука, чё он сигналит-то нахер? Черня, блядь. Да вроде ничего не происходит. Что за хуйня, блядь? Я не знаю. Мы вот таких вас нашли, блядь. Каких таких, блядь? Ха. Сука. Убери, блядь. РП сверт, блядь. Пиздец, блядь. Ёбаный брат. Охуеть. Да вы, блядь, издеваетесь. Чё ты жил? Чё за пучку выхватил, блядь? Да ты, блядь, да вы нахер, блядь, издеваетесь. И чё тебе теперь в багажник, что ли, грузить? Ой, ладно, я чё ничего не найду. Спасибо, брат. Ты спас меня. Блин, теперь я всегда за тебя, брат. Никогда не предам тебя, брат. Блять. Давай их в этот загрузим. Короче, багажник. Давай их положим около машины. Реально, давай на алтарь. Ну, нельзя ж просто бросать. Давай, ща, короче, точил. Да шо они меня в упор, бля, разъебали.
Вы в алтарь хотите? Обидно, конечно, обидно. Там с ними лишь... У них не было медицины? Медицины нет, видимо, не было. В машине. Везем. Забери с него винтовку. У него колба какая-то интересная. Винтовку забери с него. Сейчас заберу. А, блядь, почему так все? Хотели просто еды взять. Сука. Что первый, блядь, что второй. Да ёбаный в рот. Сука. Ладно, погнали. Брат, давай, брат, давай. Это опять он. Это этот, блядь. Ах, охуеть. Чё он потом хочет, блядь? Помнишь, когда мы встречались, этот создатель, он, блядь, он явился сюда. Вы несовершенные кадавры. Не рискаетесь к никчёмным людям. Я разочарован в вас. Блядь, съёбываться надо. Бля, в натуре. Что, блядь? Да, смарт это было круто. А вот то, что происходит сейчас, это уже ебаки какие-то. Оставили тут как бы два трупа. Эх. Да, типа я ему прям в лицо сказал. Так еще и побежал после этого. Мне просто интересно, что будет дальше. Типа, нам выходить или что-то будет? Что? Что же они оставили здесь? Блять, что такое нахуй? Люди, убивающие людей. Это столь прискорбно. Ну да. С названием стрима я не ошибся. Какие хрупкие создания. Их так легко убить. Что ты такое? Что ж, пожалуй, сгодится для... сестре. Кого? Неплохой материал. Пожалуй, так и сделаем. Ну, хоть какое-то противодействие вот этим вот, блядь, будет. Постреляемся, так сказать. Не знаю, посмотрим. Не, ну не Настя, типа он сказал сестре, то есть это что-то другое. Бля, что ты такое?
Уходи. Альфа ебака. Не, у него походу это, он нокнутый. Угу. А это вот сейчас персонаж Никсона был или уже персонаж типа этого Гора создатель? Я что-то вообще не вкурил. Мне тоже так казалось, типа. Шо, здорово, Шансон, как бы тут это. Нас с Рукасаки расхуярили, блять. Шо, пока, так сказать, трансляцию остановим, а дальше уже посмотрим, что будет. Давайте. Чуть позже вернемся.